Представьте себе фигуру под названием Магарадзе. Она ходит так же, как ферзь и конь. То есть умеет по горизонтали, по вертикали, по диагонали и умеет как конь. На доске размером 5 клеток на 5 клеток поставьте как можно больше Магараджи, чтобы они друг дружку не били. Доска размером 5 на 5. 5 клеточек на 5 клеточек. Доска на этот раз. Ребят, чтобы вы не мучились, я скажу, сколько этих Магараджи надо. Там, на самом деле, самим не трудно догадаться, а здесь догадаться трудно. Надо поставить на доску размером 10 на 10 10 Магараджи, чтобы они не били друг друга. Как сделаешь, так и выглядит. Ведь смотрите, ребята, шахматная фигура выглядит как правило. Вот скажите, пожалуйста, как выглядит полковник в армии? А на самом деле по-разному он выглядит. Может быть толстый, может быть тонкий, может быть низкий, может быть высокий. Полковник – это воинское звание. Понимаете, да? Вот если вы почитаете воинские уставы, почитаете устроенную армию, то вы узнаете, что такое полковник. А если вы даже возьмете 100 фотографий, на которых будут полковники, то на самом деле вы ничего не узнаете. Точно так же в шахматах. Фигуру задают правила, а вовсе не то, сделана она из дерева, из металла, из пластмассы, из чего-нибудь. Так, что? Я решила 5 взять, я решила 4. О, отлично, выходите, давайте. Я тоже 4. А почему нельзя 5? Потому что они ходят по горизонтали. Я взяла в другом принципе, что ход вверх, ход вверх. Да, и что? У нас всего, вот мы ставим нашу Магараджи, и она бьет 5 сторон. И что? И... Нет, ребят, еще раз, я задал вам не философский вопрос. Почему нельзя поставить 5 Магараджи? Потому что вот эти уже 4 Магараджи, они будут отбивать все остальные. Вот. Вот это неправильно. Категорически неправильно. Она сказала, глядим на вот эту картинку, и на нее нельзя поставить больше ни одну фигуру. Да, конечно, нельзя. Но, ребята, вопрос был в другом. Не то, что сюда нельзя ничего добавить, а почему никаким другим способом нельзя сделать, чтобы было 5 штук. Да, пожалуйста. Может быть, потому что у нас эта Магараджи, она, вот у нас ферзь, он может по диагонали вниз, а да, Магараджи, что? Она 3. Не понимаю. Это опять философия. Да. Потому что эти Магараджи отбивают слишком много полей. Как это превратить в математическое доказательство? Можно отметить, сколько полей охватывает одна Магараджа. И что? Они же пересекаться могут, да? А потом разделить на два. Так, есть идея или нет? Вот, например, у нее идея. Потому что да. Можно поставить все метки, куда они могут бить. Они, а мы же не знаем, где они стоят. Что такое поставить метки, куда они могут бить? Мы не знаем, где именно они стоят. Сюда крестик и сюда крестик. Спасибо, садитесь. Значит, господа, смотрите, во-первых, на каждой вертикали есть ровно один крестик. На каждой горизонтали есть ровно один крестик. Ходом коня они, конечно, не бьют друг друга. Осталось проверить на диагонали, как, есть или нет. Нет. Все. Значит, он решил задать. Теперь все-таки вернемся к доске размером 5 на 5. Пусть стоит 5 Магараджи. Понятно ли вам, что в таком случае на каждой вертикали обязательно стоит хотя бы одна фигура? Да. Да. Отлично. На каждой вертикали обязательно стоит хотя бы одна фигура. Значит, в частности, на центральной вертикали обязана стоять Магараджи. Хорошо. Тут дальше пошли варианты. Либо здесь, либо здесь, либо здесь. Ну вот это симметрично, поэтому уже можно не смотреть, это симметрично можно. Фактически три варианта.
Начну вот с этого. Пусть Магараджа стоит здесь. В таком случае, смотрите, она же пробивает вот эту линию целиком, правда? Да. Все. Все. А если ниже поставить, тот же самый эффект. Эту линию пробивает целиком. Сюда уже ничего не поставишь. И если сюда поставить, эту линию пробегает. То есть Магараджа на доске 5 на 5, если находится на центральной вертикали, то пробивает целиком горизонтальную линию. Значит, на эту горизонталь ничего не поставишь. На две горизонтальные. А это не важно. Если пробивает одну, то уже проблема. Потому что горизонтали других всего 4, значит, больше, чем 4 не бывает. Понятно? Почему здесь не бывает больше, чем 10? Тоже понятно, да? Да. Почему здесь не бывает больше, чем 10? Потому что всего 10 вертикалей.